срочное сообщение. В Клинском районе экскаватор попал в ледовый плен. В Клинском рыбхозе в ходе проведения работ по очистке прудов произошел выход из строя двигателя экскаватора. В результате возникшей неисправности техника увязла в вылистых отложениях и за ночь вмерзла в грунт. Извлечь из котлована и доставить экскаватор к месту ремонта силами рыбхоза не представляется возможным. Наши специалисты оперативно организовали команду и выехали к месту происшествия для проведения спасательных работ. Смотрите специальный репортаж с места событий. КАМАЗ у нас где-то впереди, подъезжает к 107-й, мы пока еще на МКАДе подъезжаем к М-11, сейчас через М-11, едем мы в Клинский рыбхоз. Бульдозер или экскаватор? Экскаватор. И то, и то. Да, есть бульдозер, есть экскаватор. Есть бульдозер. А нам все равно. Нам все равно, это точно. О, Михаил Юрьевич, рыбалка. Мы на рыбалку едем? Маршрут перестроен. Через 600 поедем, метров посмотрим, что там за рыбалка. Затем поверните направо. Подъезжаем где-то здесь. На улице прохладненько, ветерок. Не видно вообще, куда ехать. Конечно, с учетом погоды, такая даже несложная работа становится немножко сложнее. Это вот это вот? Вот это вот надо вытащить? Вот это вот, да. Объект. Маленький колесный тракторишка. Не будем называть, как называется. Объект. ТКХ, ТВЭКС. Сейчас пойдем посмотрим. Сразу одной лебедкой будем тянуть. Поставим первую скорость. Если была бы точка опоры. Ну ты бы перевернул землю, я в курсе. Да, сейчас двинули и бы вернули лето. Вот так просунуть. Здесь и здесь. Сорвем. Поставим 13 тонн. Первую скорость. Космическая. Получим 26 пока, да. Да, передок не крутится. Сейчас бульдозером попробуем немножко поколоть лед, чтобы не было такой нагрузки, чтобы не оторвать ни ему, ничего, ни себе. Треугольника туда как бы, да?
Дистанционное управление. Базу греться, мыться, чиститься. Все получилось. Все получилось. Старались. Спасли. Да. Снова в боли. Ну теперь знаем, кого вызывать. А, что, еще деньги надо? Начали работу во сколько? 12:30. 15:30. Мы посчитали. 13:30. В этом случае действительно получилось замечательно, да, своевременно. Потому что если бы это пришлось бы на завтра, то уже, наверное, мы бы его не вытащили, потому что льда было бы в два раза больше. Лед, да. Поэтому лед, да. Не люблю лед. В общем-то, да, хорошая техника. Замечательные ребята, да, работают профессионально, быстро, дорого. Да, такие люди нужны, пользоваться услугами. Однозначно будем. Бывают и такие вещи. Все, спасибо огромное. Вот и закончили мы очередную спасательную операцию по вызволению из ледяного плена экскаватора небольшого. Но дался он нам с трудом, конечно, с приложением усилий. В общем, мы оставляем его в таком положении, как попросил заказчик. Они дальше будут его грузить на трал-краном и будут увозить его в ремонт. Всем до новых встреч. Берегите себя. Всего доброго.